Освещение на модном показе – еще одна мелочь, без которой дефиле просто не состоится. Вспомнить хотя бы, какое важное значение имела постановка света на показах домов Мартина Марджеллы и Живанши. На освещение последнего понадобилось 400 приборов, которые в течение 2 дней устанавливало аж 10 человек. А вот так выглядит показ с плохим светом. Заметили разницу? Последнее шоу Александра Маккуина «Атлантида Платона» открыло новую главу в истории постановки фэшн-показов. Дефиле такой сложности случается раз в несколько лет и навсегда запоминается. Этот показ технически был на грани фантастики. Едва ли не ключевую роль на этом легендарном показе сыграло освещение, которым занимался отдельный человек. Тупак Мартир продумывает свет для главных модных шоу мира. Концепция показа Маккуина была построена вокруг дайвинга. Маккуин занимался им, и я, к слову, тоже. Когда я готовился к шоу, задал себе вопрос, а какой свет там внизу, в морских глубинах? Мы начали развивать эту мысль, размышлять над тем, как же преломляется свет там, под водой. Самое смешное, что о громадных кранах по центру подиума мы узнали в самый последний момент. Каждый сезон наш герой выстраивает свет на показах Вивьен Вествуд, Стеллы Маккартни, Кристофера Кейна и Живанши. Если коллекция выполнена в темных цветах, мое задание – поставить свет так, чтобы были видны мельчайшие детали. Иначе на подиуме мы увидим ничем не примечательное черное платье. Коллекция дома Живанши – хороший пример. Вещи Рикардо Тиши потрясающие, но все очень темные. Наша задача – сделать так, чтобы они выглядели шедеврами.